Привет. Были сегодня у одних коммерсов в гостях, ну и один метод новый подсмотрели. Короче, у типов вместо купюра щетки стоят обычные весы, ну, понятно, точные весы. И нам говорят, одна купюра любого номинала долларов США весит 1 грамм. То есть взвешиваем, ну, понятно, какой вес купюр, столько там и денег. Ну, вот мы посмотрели, конечно, на это все, приехали к товарищу в магазин, ну и вот хотим проверить этот метод. Так, вот наши доллары, значит, считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять бумажек, это 5 грамм, проверяем. Да, 5 грамм. Раз, два, три, четыре, пять. Это 10 бумажек, 1010 грамм. Точно. Раз, два, три, четыре, пять. 15 бумажек, 1500-15 грамм. Точно. Раз, два, три, четыре, пять. Это получается 20 купюр. 2000 долларов. Все верно. Ну, думаю, по аналогии действительно можно считать. Так что, уважаемые владельцы обменных пунктов, можете свои купюросчетки продавать и пользоваться весами. Грубо говоря, если пачки 100 купюр это 10 тысяч, то это 100 грамм получается, да? Килограмм это получается сколько? 100 тысяч долларов, да? А 10 килограмм получается весит 1 миллион долларов. Так что вот такие вот дела. Покупайте весы.